What's up, ребят! Сегодня мы сыграем соло-арену в Fortnite, ну или же рейтинговую королевскую битву. Что ж, у нас будет несколько игр, за которые нам выдадут определенный рейтинг. Посмотрим, какой это будет рейтинг. Я, если честно, даже не знаю, скорее всего, самый галимый, потому что я давным-давно не играл. Плюс я зашел с аккаунта, на котором ни разу еще не играл в этом сезоне, поэтому у меня еще нет рейтинга. Что ж, давайте начинать, посмотрим, что из этого получится. Сразу скажу, ролик будет с минимальным монтажом. Вроде как вы заценивали такие видосы, поэтому я от вас жду лайк, ну и подписку на канал, если еще этого не сделали. Что ж, погнали! Что-то я очень плохо выбрал лендинг. Немножечко обосрался, ребята. Ну ничего страшного. У нас есть пистолет, уже хорошо. Я думаю, можно даже немножечко попушить. ППшка выпала. Not bad. Так, наконец-то я вижу цель, ребята. Вижу цель, не вижу препятствий. Нужно очень внимательно смотреть, куда лендимся. Не, ну... Ну не круто, блин. Нужно собраться. Нужно подсобраться и сразу залутать что-нибудь из оружия. И быстренько устранить всех рядом. Не понял, куда ты залендился? В общем, ребят, я сыграл 3 катки, и, собственно, мне присвоили рейтинг платиновый ранг, первый. Ну, как бы... А чё? А чё, собственно? Платина! Между прочим, ребята, почти бриллиант, почти элита. Вот, собственно, поэтому давайте попробуем отыграть хоть одну нормальную игру. Let's go! Так. А что с пингом? Что с серверами? Челик упал. У него не проставилось ничего, потому что лагает. Боже. Да ш... Да, ну... Что с серверами? Тебя ведь тоже бесит высокий пинг. И вот вроде как единственный вариант менять провайдера или вообще собрать манатки и переезжать жить поближе к серверу. Хотя, есть вариантик. Установить гироп-бустер. Он поможет найти самый оптимальный сервер и уберет задержки во многих играх. Устанавливаешь приложение, выбираешь игру и желаемый сервер, наслаждаешься комфортной игрой без пролагов и задержек. Нет ничего, ну сорян, бро. На тебе 110! Вот это уже совсем другое дело. Ну вот, оптимальный сервер без пакет-лузов и с хорошим пингом. Так-то гораздо лучше. Приложение простое и понятное. Также есть бесплатный пробный период на 3 дня. Скачивай по ссылке в описании или закрепленном комментарии. В общем-то, лендимся, ребята. Сюда. Сейчас быстренько запиваем сразу фул. Забираем сундучки. Так, где Черик залендился? Вот он. Ну и лаги. Куда ты лезешь, блин? Ух, ребята, я выжил. Ядрить. Я выжил первого типа. Реально, я выжил. А звук будет? Куда ты лезешь, братик? Все, предикты раздаю. Раздача предиктов. Почему они... Вот реально без... Вот я ничего не слышал. Я ничего не слышал. У меня не было просто звука. Фух, вау. Я убил 2 типа и вышел из Локи. Ребята, что случилось?
Вау, я еще на что-то способен, получается. Окей. Теперь главное что? Дожить. Fortnite один смысл. Дожить. Одержать королевскую победу. Все. Опа, челик. Блин, он меня увидел. Гаденыш, ля и пушит. Ах, куда лезешь, братик? Куда собрался? А, ну-ка расскажи мне. Собрался в бокс ко мне 50 на 50 пропрыгивать без хп? Ну держи тогда! Держи тогда плюху! Сори, ребят, вообще, вот честно вам скажу, ну, я не токсичный, я не токсичный. Я не токсичный, просто Fortnite, понимаете, такая игра, которая... Вот именно в арене, она вынуждает быть таким, понимаете? Если... У тебя нет вот этого ощущения, что тебя кого-то нужно унизить, уничтожить, развалить, то сложно найти что-то, что будет тебя питать это делать. Такая, знаете, неоднозначная игра. Неоднозначная. Тяжелая, сложная игра. Может, тебе вообще не стоило нападать на меня, бро? Это сзади? Окей. Я так понял, мы играем чисто на плейс. Дерево на него уроню. Не задамажило. Ой. Чего? Я, блин, во что играю? Стоп. Кто-то со снопы тулит просто. Издалека. Кто-то просто из куста сидит со снопы тулит. Лучше всего ливнуть. Я просто ливну. Вот так вот. Оп, видали? Оп, проехался. Я просто ливнул из файта. Зачем мне вообще файтиться с ними? Какой смысл? Если мне на плейс надо сыграть. На топ. Я хочу одержать победу вообще-то. Не, я конечно и киллов хочу сделать, но блин, одержать победу я больше хочу. Я не удивлюсь, если типы сейчас просто по боксам сядут все. 8 ремейн на эту зону. Вау. Может туда слетать? Там уже наверное все залутано, да? А! У меня зависло все. У меня все зависло. Вот. Что? Ну что? Ну что это? Что это? У меня просто все зависло! Интернет есть? Интернет есть! Интернет есть! Все зависло просто на месте. Все. Ну все. Вот, все, доигрались. Доигрались в рейтинг, все. Сетевое соединение разорвано. Спасибо огромное, золотой ранг. Найс! Зря ты решил стреляться, бро.
Зря решил стреляться! Со мной! Ооо, нифига! Нифига, лутецкий! Ну, let's go, я готов. Погнали, в Мегасити. Ядрить, Мегасити, let's go. Чисто файтить ботов, ребята. На золотом ранге-то, ё-моё. Да вы чё, на золотом ща развалим. Вон они, ботинки. Куда лезешь? Куда ты лезешь, Геральт? Так, ребята. Где кто? Короче, жду остров. О, я вижу типа. А я что, застрял? Да не, ну... Да ну не! Да не может быть, чтобы я застрял! Да ну вы чё, ребят? Я застрял в драконе! Серьезно? Я не могу выбраться! Ребята, да ну вы чё? Ну камон! Fortnite! Что за баги? У меня здесь еще тип! Как мне обратить на него внимание? Я ничего не могу сделать! Я застрял в текстурах. Я не могу никуда двигаться, ну... Я играю рейтинг! Что это? Почему я застрял в текстурах? Ну это кринж! Ну как? Я не могу выбраться просто. Я могу только пробел нажимать, он ни на что не влияет. Я решил полететь в селение Сакуры. Куда-нибудь подальше. А, вот так вот летел автобус. А я лечу в селение Сакуры. Ах, не знаю, будет ли кто-нибудь здесь со мной. Очень опасно так лендиться, надо сразу на пушку лендиться, блин, я просто упал рядом где-то. Ну да ладно. Так, дробовичок. Вроде как со мной никого нет. Вот, дробовик, найс. Так, хорошо. Я даже в зоне. Ребята, куда бы пойти? Чисто на плейс, наверное, надо отыграть. Все-таки что-то слишком много всяких багов. Каких-то застреваний в текстурах. Каких-то вылетов. Нормально, решил зайти поиграть в рейтинг Fortnite. Окей. Столько испытаний сразу. Так, два ключа я заберу. Пампу-п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 ампу
Окей, ну я буду искать. Я буду искать. Моя задача сейчас найти нормальный дробаш. Ну и ппшку неплохо было бы, какую-нибудь золотую. Чисто чтобы было. Ребятки, очень хорошо выпала золотая бочка. Сейчас мы быренько залутаем топовый лутик. Можно будет парящий спринт даже взять. Выстроить какую-нибудь скайбазу. Мы как раз на краю карты, ребят. А почему бы и нет, реально? В аренке запилить скайбазу. Звучит как идея. Можно будет вообще отдельный видос сделать. Так, это есть, прям все, что нужно. Идеально. Ну, let's go. Ой, а че у меня, не понял.
А что? А что занимает сло... Ясно. Понятно. Хорошо. О! А что если... Ребята. Раз. Гениально. Так. Досиделись. Все, можно ехать. Поехали. Едем на кабане в зону. Хорошо, похилило. Сейчас найду следующий куст. Засяду. И вообще по кайфу. Как в старые добрые, ребята. А на стримах мы, кстати, еще и общаемся, пока я в кустах сижу. Поэтому приходите ко мне на Twitch. Так, ребят, 9 ремейн. Что делаем? Смотрим, где все эти 9 ремейна. Так кто-то, по-моему, просто сидит в боксах. Файтов я не слышу. Ну, типа, 9 ремейн. Понял. Из Барри. Блин, столько дэмэджа наносит, это ужас. Мне еще все и оббегать сейчас. Ладно. Ничего страшного. Я фул отхилил. Блин, Черик с Барри сидит просто, еще и попадает. Не могу понять, где он. А, вон он. Кабан устал, блин. Вон еще один с Барри. Здесь еще кто-то есть. Почему звука нет? Я вот не понимаю. Блин, челы. Офигеть, он с Барри и с этой пушкой. Это какие-то гении. Может быть, где-нибудь есть Бига. О! Бига. Замечательно. Мой кабан! О! Отдохнул! Свежий отдохнувший кабан. Так я дальше могу продолжить на тебе ездить. Хотя нет, зачем ездить, если можно просто... сидеть. Ребята, 5 ремейн. И мы в зоне. Замечательно. Сидим. Я надеюсь, меня не видно. Сижу в арене, на кабане, в кусте. Прелесть. 4 ремейн. Чем там челы занимаются? Так, ты с кем-то файтишься, да? И, возможно, ты будешь пробегать через мой куст. Или не будешь? Только не говорите, что он меня видит в кусте. Ну вот, серьезно. Он меня не может видеть. 3 ремейн. Замечательно. Так, вот этот чел. Ну там еще один, я так понимаю. Вон, они файтятся, найс. Ну, по мне стрелять не обязательно. Ты с другим сражался только что. А мне стрелять не надо. Отдохни, отдохни, полежи, да. Полежи, отдохни. Вон они там пока файтятся друг с другом. Сейчас пойдем на них. С тобой вместе пойдем. Отдыхай быстрей. Ну нет. Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не-не-не! Так, ну, во-первых, неприемлемо, что стреляют по мне. Подожди. Почему чел стреляет по мне, если он файтится с другим? В чем прикол? Вот, ты же с другим файтишься, тебя там с Барри кто-то хлопнул.
Зачем стрелять по мне? Ты же... Большое спасибо за просмотр. Напомню, если хочешь стабильный и низкий пинг в играх, попробуй Gearup Booster. Скачать можно по ссылке в описании или закрепленном комментарии.